Итак, сегодня мы с вами подведем итоги и займемся с вами розыгрышами. Да? Розыгрыши – это самое такое важное. И все вы, наверное, уже знаете, что в прошлом каталоге у нас на удачу выиграли люди. И одного человека, если честно, я пропустила. И то ли кто-то свой ролик удалил из плейлиста, то ли что, это было непонятно. Но получилось так, что новичок и наставник участвовали в конкурсах. И была удача, что наставник в прошлом каталоге выиграла 3 приза. И один из призов по ошибке ушел ее новичку, который тоже участвовал в данном конкурсе. И она сказала, что нет, ничего не меняйте, ничего не надо, это наоборот здорово, я наоборот рада. Да, то есть вот такая вот ситуация у нас с вами получилась, очень интересная. И вот так вот у нас получилось на удачу. Поэтому сегодня я буду все записывать, все свои призы, все свои розыгрыши. Ну что ж, для начала мы с вами подведем итоги. Поздравим тех, кто именно в структуре Кононовых открылся, подтвердился, получил премии. И потом с вами поедем разыгрываться. И, конечно же, я еще раз хочу повторить, что розыгрыши – это для всей структуры Кононовых. Неважно, кто ваш прямой директор, кто ваш прямой наставник. Вы можете участвовать, даже если не участвуют ваши директора и наставники. То есть это для всех-всех нас. Итак, подводим итоги по каталогу номер 19 2017 года. То есть это был у нас предновогодний каталог. Подтвердились все здорово, классно. Было очень много открытых заявок, топ-лидерских и директорских. И мы, конечно же, с вами сейчас немножечко всех так это попоздравляем. Потому что, конечно, то, что у нас с вами произошло в предновогодний каталог, это повторить реально будет сложно в первом каталоге. Но я вижу, что уже девчонки подтверждают и директоров, и серебряных, и так далее. Я вижу, что у них уже у некоторых идет прирост, и это очень хорошо. Это значит, что коммуникация с людьми наведена заранее, да, то есть заранее. Итак, у нас с вами было 4 новых директорских заявки в новогодний каталог. Рекордный товарооборот 277 тысяч баллов. Да? То есть вы понимаете, что мы с вами делаем чуть больше половины проекта всего. Да? То есть мы с вами крутые. Да? Фаберлик онлайн, половина наша, да, с вами. Это, конечно, здорово. Есть чем погордиться, есть что сказать вам. Это, конечно, да, невероятно. И прирост по сравнению с прошлым рекордом 12 тысяч баллов. Рекорд это у нас с вами с прошлым годом, я сейчас сравниваю, 12 тысяч баллов мы с вами приросли. Итак, итоги каталога номер 19. У нас с вами есть 3 новых VIP-консультанта. Очень радостно поздравлять. И все вы знаете, что у нас все новые VIP-консультанты идут на доску почета. Кому не сложно, скиньте, пожалуйста, ссылочку на доску почета. Именно VIP-консультантов, девочки дорогие, помогайте. Вот. У нас, значит, Анастасия Сапронова, VIP-консультант 4 уровень. Кто такой VIP-консультант 4 уровень? Кто знает? Кто мне скажет? Это VIP-консультант, который делает более 18 каталогов подряд, ЛО от 100 баллов и выше. 18 периодов подряд. Да, поэтому, Настю, поздравляем. Это огромный труд. Тем более, что, что хочется сказать, да, труд почему это большой? Потому что у нас было 5 двухнедельных каталогов, и за 5 двухнедельных каталогов наши новоиспеченные VIP-ы смогли это сделать. Это очень уважительно. Юлия Попова, VIP-консультант, 4 уровень, тоже молодец. И Татьяна Жукова, VIP-консультант, 4 уровень. Мы их с вами поздравляли на VIP-привилегиях. Вот. И, конечно же, наши новоиспеченные VIP-ы сейчас с гордостью идут на доску почета проекта Фаберлик Онлайн. Всех поздравляем, всем желаем статуса, ну теперь только серебряный VIP. И, кстати, у нас с вами скоро будет еще один серебряный VIP, помимо Татьяны Сафроновой, это Ирина Гончарова. Она уже 49 каталогов подряд делает 100 баллов, и в следующем каталоге уже будет серебряным VIP-ом.
Вот, поэтому мы будем для серебряных випов придумывать какие-то крутые призы. Вот, я сейчас еще думаю, что же ей такое подарить, но пока еще не придумала. Но это будет что-то классное, будем вместе с мужем думать. Далее, значит, итоги каталога 19 по открытым директорским топ-лидерским квалификациям. Да, молодцы, конечно. Да, 49 периодов, да. Вот у нас будет теперь два серебряных ВИПа на проекте, да, и один в структуре Кононовых появится. Это, конечно, да. Структура Кононовых, конечно, молодая, ей всего 3 года, и понятно, что, ну, еще мало таких вот крутых званий, да. А тут прям мы с вами будем гордиться тем, что у нас даже серебряные ВИП-консультанты есть. Спасибо, Танюша, большое за доску почета. Вот. И поедемте с вами дальше. У нас с вами есть новый старший лидер 12% Виктория Бойкова с города Беларусь, Новополоцк. Да, то есть это у нас дорогие директора с Беларуси очень хорошо растут. Екатерина Тур отлично растет. И, конечно же, в ее команде очень много новых лидеров именно с Беларуси. Вот. Далее, значит, старший лидер 12% Маргарита Данилевская, Россия. Маргарита первый раз вышла на этот серьезный уровень. Поздравляем всех наших дорогих новоиспеченных топ-лидеров с попаданием в чат. Вам там доступен вверху закреплен файлик. Все ли наши топ-лидеры в чате топ-лидеров? Обязательно мне отпишитесь, потому что я уже не совсем контролирую, добавили ли директора новых топ-лидеров, но очень важно этот файлик, закрепленный наверху, пересмотреть, да, то есть и вы уже научитесь быть настоящими руководителями своих структур. Итак, далее, старший лидер, 12%, Ольга Журавлева, Россия, город Безенчук. Молодец, Ольга, поздравляем, наши овации. Далее, старший лидер Светлана Золотарева, Россия, город Новый Уренгой. Эта девушка пришла к нам, но до такой степени самостоятельно растет, что даже, вот я не знаю даже, как это описать, даже по одному вопросу в месяц от нее не поступает, вообще абсолютно, она полностью самостоятельно растет. И, конечно же, мне очень приятно Светочку поздравить, потому что она пользуется просто общими материалами проекта, и вот на них растет, да, тут такая вот молодец, и ведет свою команду. Это очень важно быть самостоятельной. Ну, конечно, может быть, не до такой степени сильно, вот как Света, но тоже умница, тоже умница. Умница и красавица. Далее, старший лидер, 12%, Елена Кириенко, Беларусь, город Гомель. Да, Беларусь у нас в этом каталоге очень много открылось, потому что у нас там директора с Беларуси прям взялись. Старший лидер, Людмила Кретова, Молдова, город Кишинев. Вот, надеюсь, что я когда-нибудь смогу съездить все-таки в Молдову, потому что у нас с вами там все больше и больше топ-лидеров. Ну и, конечно же, всех топ-лидеров обязательно зовем на ассамблею, подтверждать директора и приобретать билеты на ассамблею, ездить вместе с нами. Далее, старший лидер Елена Пашковская. Опять Беларусь, да, Беларусь в этом каталоге жжет. Город Могилев. Умница, Леночка. Поздравляем. Ждем всех топ-лидеров также в чате директоров, обязательно в совете директоров. Вы огромные молодцы. Светлана Рыжкова, старший лидер, 12%, Россия, город Ростов-на-Дону. Да, как вы видите, широченная география не дает никаких, да, как вам даже сказать, преград, чтобы расти с нами в нашем проекте. Это просто великолепно. Старший лидер, 12%, Татьяна Сыва, Украина. Город Середина Буда. Вот какой интересный город. Танюшу поздравляем. Она активно сейчас развивает свой YouTube-канал. Огромное количество очень полезных роликов. Хорошо поставленный голос. Мало болтовни, больше дела в этих роликах. Очень-очень хороший подход Танюши. Поэтому Танюшу, да, поздравляем. Директором она станет быстро, если продолжит в таком темпе. Новый старший лидер 12%, Елена Максимова, Беларусь, город Минск. Мы с Леночкой виделись в прошлом году на
Ой, нет, наверное, в начале этого года. Она еще была тогда практически совсем новичком. Ну и вот в этот раз мы ее уже поздравляем с тем, что она вошла в топ-лидерский состав проекта, попала на доску почета. Очень приятно, потому что с Леной мы уже виделись. Это добрая, милая, отзывчивая, вы знаете, очень жизнелюбивая девушка. Мне очень понравилось с ней общаться. Новый вице-директор – это уже 1500 баллов по структуре. Это Аллочка Гасанова, Казахстан, город Житикара. Тоже в прошлом каталоге поздравляли с 12, в этом с 15. Да? Как вы видите, растут очень хорошо и сделали немаленький прирост. Прирост 500 баллов. Обратите внимание, это круто! Это круто, дорогие коллеги! Далее, новый топ-лидер проекта, вице-директор, 15%, Оля Глембовская, Россия, город Зеленоград. Тоже недавно Олю поздравляли. Мне кажется, что вот вы знаете, все быстрорастущих лидеров объединяет одно. Жизнерадостность, жизнелюбие, позитив, минимальные жалобы, да, на что-то. Они просто берут это и делают. И огромные-огромные умнички. Всех зовем в директорский состав проекта. Ну и, конечно, как же без Оли Дерябиной? Практически каждый каталог. Олечка, новое звание, новое звание. Оль, ждем тебя в Турции. Умница, идешь очень хорошо. Поднажми. Очень будем рады с тобой съездить везде, скататься. Оля, это просто круто. Ты такая невероятная, ну прям вообще. Ну почти каждый каталог ты на поздравлялках на Кононовых. Почти каждый каталог ты что-то выигрываешь. Ну ты прям супер деятель проекта. Желаю тебе, конечно же, огромного роста. Очень приятно. Новый уровень, да, то есть совсем недавно 12% было и уже 15%. Умница. Также Оля очень часто помогает в чатах, понимаете? Она часто отвечает на вопросы новичков, которые даже не в ее команде, да, то есть вот тут смекните, потому что все директора, которые вот сидят в чатах, помогают, активно ведут переписку, да, то есть где-то наставника нет на месте, они помогают, отвечают на вопросы, да, то есть вот эта дружба, во-первых, создается, во-вторых, а это все назад возвращается, да, все добро. Да, Олечка, поздравляю тебя. Также новый топ-лидер проекта, вице-директор, 15%, Ольга Курьянинова, Беларусь, город Полоцк. Тоже Олю уже не первый раз видим на наших поздравлялках, да, то есть она тоже очень быстро растет, поэтому тоже зовем в Турцию обязательно. Новый топ-лидер проекта. Хотела сказать старый, не знаю почему. Да, старший вице-директор, 19%, Анастасия Дурасова, Россия, город Самара. Оля, поздравляю тебя с дочкой, то, что она такая умница, такая красавица. Поздравляю Ириночку, зовем, конечно же, обязательно Ириночку в тур, Анастасию в Турцию. И хочется сказать, что, ну, огромная молодец, Настя. На общепроектных планерках почему-то мы Настю пропустили и пропустили еще одного топ-лидера, но я думаю, что девочки на нас, дорогие, не обиделись, потому что, ну, все равно сами про себя вы, конечно же, знаете, что вы огромные молодцы. Ну и, конечно, Настя с такой мамой, ну, грех не вырасти. Мама тоже растет и ведет вебинары, тоже голос нашего проекта. Мы уже все к Оле привыкли, да, Олечка? Вот. Далее, старший вице-директор, 19%, Оля Лапина, Казахстан, город Усть-Каменогорск. Оль, спасибо тебе за доверие, спасибо за то, что пишешь нам, спасибо тебе за то, что ты обучаешься. У Оли ломался компьютер, она работала с телефона, но, как вы видите, Оля в поздравлялках тоже мелькает часто. Никакие сложности ее не сломили. Никакие сложности. Ждем Олю на 23%. Очень-очень ждем в директорах, в директорский совет. Умница, красавица, никогда не боится задать какие-либо вопросы, да, то есть теребит всех везде и всюду, что ей непонятно. И понятно, что если лидер все знает, то он легко прокладывает дорогу для роста своим новичкам. Самое главное, не бояться задавать вопросы. Вот мне очень часто в личку пишут: «Аня, извините, пожалуйста, за то, что я вас отвлекаю, я бы хотела вот вам задать вопрос». И если честно, это даже немножечко начало напрягать. А чем вы меня отвлекаете?
Вы моя команда, и я готова ответить каждому на вопрос. Вы моя команда, и я готова каждому позвонить. Почему вы так ко мне так это на вы вдруг начали относиться или еще что-то? Я еще не старая, я еще корону не надела, я еще хочу открыть партнера, я еще хочу получить премию, я еще хочу, чтобы у вас все хорошо получилось, я хочу, чтобы вы стали у меня каждый бриллиантовым минимальным директором, потому что с уровня бриллианта платятся отличные бонусы. С уровня бриллианта, ну, грубо говоря, можете уже на пассив идти, так? Ведь если под вами будет 6 директорских веток, и понятно, что если эти 6 директорских веток тоже начнут расти, то ну, это просто будет взрыв, это просто будет классно. Поэтому не бойтесь меня, не теребите, а Оле низкий поклон за доверие, потому что сколько бы Олю не сманивали свернуть, да, то она наткнется на какого-то человека рекламу, да, там метод бесспама, то еще что-то. А Оля никуда не сворачивала, да, то есть вот это пример, то, что, во-первых, был случай, когда Оля переставала работать, у нее была очень молодая маленькая структура, и так получилось, что она немножко приупала. Но она не ушла, да, то есть ноги не сделала, она поняла, что все-таки через интернет зарабатывать удобно, все-таки проект Фаберлик Онлайн делает очень много. И так получилось, что вот Оля написала нам, и мы с ней начали, с ней созванивалась и я, и Антон, да, то есть очень мало, кстати, созванивались, редко, только по каким-то важным вопросам, и вот Оля выстрелила, Оля начала расти, и самое главное, это, конечно, не свернуть никуда, да, на просторах интернета, когда вы рекрутируете, чтобы где-то добиться одного, но хорошего результата, да, вот это очень важно, поэтому, Олечка, низкий тебе поклон за доверие. Новый директор. Новый директор тоже растет, несмотря ни на что. Умница, красавица, скромная девушка, добрая девушка Елена Реполова, Россия, город Камень-на-Оби. Вот. С Олей знакома, да? Оля, да, это такой классный. В общем, обе Оли, что Дерябина, что так, минутку, что Дерябина, что Лапина, огромные молодцы, огромные молодцы. Ничего не стесняйтесь, всегда всем помогаете. Вы очень отзывчивые, добрые, классные. И, конечно, когда мы вас вывесим на доску почета в статусе директоров, ну, это будет вдвойне приятно, потому что вы очень активные деятели проекта, да, вы молодцы, вы задаете темпы и в чатах, вы задаете темпы и нам, потому что мы за вами бежим, мы у вас учимся, и это очень важно понимать. Вот, и нам очень приятно знать, что на проекте есть такие активные лидеры, да, что мы все это делаем не зря, что все вот эти вот обновления, обучения, да, то есть вот так прямо приятно, да, то есть вот делать это для таких вот умниц и знать, что вы потом у нас возьмете эстафету, что вы потом будете, научитесь и будете проводить крутые вебинары, и все это вас ждет. Да, Олечка, Олечка, да, мы тебя уже ждем серебро. Серебро или в золото ждем. Далее, Елена Реполова, Камень на Оби. Поздравили Леночку. Старший директор Татьяна Гартингер, Россия, Камень на Оби. Даже виделись с Танюшей. Честно слово скажу, что еще раз повторюсь, что я ее не узнала. Она ко мне подошла. Я такая смотрю. Мне почему-то казалось, что Оля такая маленькая, худенькая. Но она правда худенькая, но она не маленькая. Она меня на голову выше. И я так встала, и я не узнала Танюшу. Ну, думаю, будет долго жить, значит, раз не узнала. Тоже классная, позитивная, добрая, милая. Хорошо вместе, да, то есть посидели, провели все это время. И сейчас Таня почему-то начала намного лучше расти, чем росла раньше. На самом деле, может быть, Таня поймала волну или еще что-то, но я вижу, как ее структура поднимается, как ее структура пошла вверх. Это просто здорово, это просто классно, Танюша, так держать. Вот. Ну и, конечно же, новый старший директор, спикер проекта, гордость нашего проекта – это Ольга Пенина. Россия, город Самара. Олечка, я тебя поздравляю. Прошу тебя больше не пропускать ассамблеи. Прошу тебя приехать все-таки к нам навстречу, потому что тебя лично от меня ждет очень большой подарок, но я его хочу вручить тебе лично. Поэтому я очень хочу встретиться с тобой в Москве на ассамблее Фаберлик международной. Олечка, очень-очень жду тебя, дорогая, и, конечно, очень рада. Жду побыстрее на серебре,
а потом и на золоте, да, то есть это как минимум. Но с таким наставником, я думаю, невозможно не расти, да, и большинство людей, которые мы сегодня поздравляли, это, конечно, Олина заслуга. Оля очень много помогла вырасти новым топ-лидерам. У Оли команда растет как на дрожжах. Тьфу-тьфу-тьфу. Постучу, потому что, ну, вообще здорово. Молодец, Оля поймала у нас с вами волну. Новый старший директор Галина Черкасова. Тоже ситуация была не из легких, потому что она привела за собой на проект отличную семейную пару, которую очень быстро выросли, и Галине нужно было успеть прям в кратчайшие сроки отстроить 2000 баллов. Почему так получилось? Потому что, ну, к умницам приходят умницы в команду, и очень быстро все это произошло, и Галя работала прям не покладая рук, и молодец, Галя открыла старшего директора, вот, и это очень хорошо. Поздравляем Галину. Далее у нас с вами есть закрытые директорские квалификации. Ну, во-первых, это моя дочка, она получила бонус 55 тысяч рублей. Вот. Но пока он просто лежит на счету, ей еще нет 18 лет, мы решили дождать до 18, чтобы она уже ИП открыла. Ну, пока, в принципе, она учится в колледже, у нее все есть. Вот. Не совсем еще вникла в работу по-хорошему, да, но все равно ребенок есть ребенок. Вот. Поэтому с 18 лет уже будет открывать, будет выводить свои накопленные средства. Вот. Далее, конечно же, новый топ-лидер проекта, не новый уже, да, топ-лидер проекта, подтвердила уровень золотого директора Наталья Откин, Россия, город Дубный. Вальчика просто директора, открыла старшего, сейчас она находится в открытой квалификации старшего директора, но за простого директора она уже получила премию, за старшего пока нет. Вот. Далее, значит, Россия, город Дубный, Наталья Откина имеет свой офис, да, то есть золотой директор, это уже три директора под нею, да, то есть она не только активно помогает своей структуре, но и держит свой пункт выдачи, да, то есть также у нее на протяжении года был грудной маленький малыш, да, который у нее недавно родился, и, конечно, все это бизнес-леди, бизнес-вумен, я могу сказать, что все это она сделала своими руками, огромная умница, всегда внимательна к своим консультантам, что мне очень нравится. Вопросов от структуры и структуры Натальи Уткиной очень мало, потому что она с ними очень активно работает. Молодец, Наташа, желаем поскорее рубина, бриллианта и так далее. Итак, поздравляем же всех наших с вами лидеров с подтверждениями, званиями, с открытыми новыми квалификациями. Все молодцы, все хорошо потрудились. Я хочу сказать, что вы звезды, звезды нашего проекта, потому что всех, кого я сегодня поздравляла, практически всех, это активные пользователи Ютуба, снимаете, выкладываете ролики, это активные люди, которые ведут планерки в своей структуре, ведут планерки в своей команде. Да, то есть это активные люди, которые часто мелькают в поздравлениях и очень быстро растут, да, то есть это активные люди, которые помогают в чатах, вот, да, Людочка, да, активные люди, которые помогают в чатах, помогают проекту и так далее, и так далее. Огромные-огромные молодцы, поздравляю вас, и для меня, конечно же, большая честь вас поздравлять, то, что вы ко мне пришли, вы меня слушаете. Ой, у меня дочка вернулась, минуточку. Что-то у нас сегодня ревет наша нытенька. Ну ничего, позже спрошу, что ж такое случилось. Кристина, ну это кажется, что далеко. Но вот вы подумайте, пожалуйста, о том, как же, в принципе, это не особо-то и сложно. Если вы идете по обучению, по готовому, умеете открывать своим людям задания, в принципе, это все, что нужно. Это самое главное, это держать руку на пульсе об изменениях проекта. И самое главное, это просто
рекрутировать, рекрутировать и еще раз рекрутировать. Вот, и все получится. Рекрутинг – это самое главное, что, на что должен быть акцент. Да, то есть некоторые топ-лидеры, я вам честно скажу, они прошли третье, четвертое задание еще только, да, обновленные. И говорят, для меня самое главное – это рекрутинг. Да, эти 10 заданий я пройду легко, и в дальнейшем, но вот сейчас самое главное, мне вот не прекращать рекрутинг. И они правильно думают, они молодцы огромные. Вот, поэтому и растут, поэтому и новые звания, поэтому и новые заявки. Вот, итак, и конечно же сейчас мы с вами начнем разыгрывать конкурсы. Ежекаталожно 3 конкурса для всех, кто находится в структуре Кононовых. Скоро появится конкурс «Лучший рекрутер». Мы его пока разрабатываем, да. Вот. И, конечно же, эти конкурсы для всех, неважно, кто ваш прямой директор, да, то есть, если вы в структуре Ольги Пениной, участвуйте, если вы в структуре Анюты Атамась, участвуйте, если вы в структуре Дарьи Пахильчук, участвуйте, да, то есть, это все директора Кононовых. Итак, ну и так далее, конечно, у нас, по-моему, 62 директора, 63 Оля Риполова, новый директор, открылся, поэтому, да, 63 директора, и вот они все в нашей структуре. Вот, да, супер обучение, разрабатывали это обучение 4 человека, и очень много людей еще побочно помогали, очень многими видео, там еще чем-то, да, ну, во-первых, это Поля Андрейка, конечно же, Таисия Григорьева, Танюша Шалобродова, огромные молодцы. Вот, Ириночка, самое главное, это, конечно, рекрутинг, да, то есть нашли сегодня активного человека, ну, хотя бы регистрацию, да, то есть нашли, отработали все, ну, вы видите, что у вас есть часик-два пообучаться, пообучайтесь, да, самое главное, это, конечно, не забывать рекрутировать, не забывать о том, что у нас скоро с вами конец каталога, да, так, и, так, я назвала троих, так, четвертый, это Олеся. Ой, девочки, напомните, пожалуйста. Да, Коля, мозг проекта, вот какие бы ему идеи не подкидываешь, он их дорабатывает до конца, потому что Коля технически в компьютере очень-очень подкован, да, то есть и ему главную идею, да, он ее так разовьет, так ее разложит по полочкам, что это просто будет супер проект, это просто Владимирова, да, спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Каждый раз забываю фамилию. Ну что ж, давайте же с вами наконец-то будем разыгрываться. Вот, приготовила ручку, листочек, чтобы больше я не перечисляла деньги, да, не тем, кто выиграл. Итак, давайте же я вам скину на свой YouTube-канал сейчас, на свои плейлисты сейчас ссылочку. Так, ссылочка. И у нас с вами первый розыгрыш будет. Это изюминка 8. И второй розыгрыш бот. Мой рост 5. И третий розыгрыш бот. Это скрины. Вот. Так, да, Коля гений. И очень хорошо, что он так хорошо разбирается в компьютере. Во всем написании скриптов. То есть, все, что... Ну, на самом деле, идеи развиваются идеально. Идеально и хорошо, и просто, ну, мне очень понравилось сотрудничать с таким классным наставником. Итак, если вы делаете ЛО от 50 баллов и находитесь в статусе от 3% и выше, значит, вы получаете выплаты. Ой, Оля Дубяга – это вообще мамочка уже нашего проекта, потому что для нее нет ничего невозможного. Да, она живет по правилам 3N. Я думала, вы знаете, что Оля, она немножко как-то, может быть, это идет от дела или еще что-то, когда у нее появится грудной малыш, да, то есть все вы знаете, что у нее Тамарочки еще нету годика. Но откуда у нее силы? Да, такое чувство, что... что она вообще энерджайзер, если честно. Оле низкий поклон за все, что она делает, особенно, конечно же, это за новые ролики, за письма, за то, что она не жалеет времени и делится со всеми своей новой информацией. Олечка, это вообще прям солнце нашего проекта. Вот. Так, итак, скрины. Немножко сбилась, прошу прощения.
Все скрины отсортированы, дорогие коллеги. И что мне хочется тут сказать для вас? То, что некоторые скрины мы все-таки удалили, которые были нечитабельны и так далее, и так далее. Сейчас я вам всем обязательно покажу. Скажите, пожалуйста, видно ли вам экран мой? Отпишитесь. Плюсики пошли. Хотелось бы хотя бы 5 плюсиков. Пойдете как свидетели. Так, кому не видно, F5 нажимаем, перезаходим. Так, все, свидетели набрались, все, отлично. Итак, значит, у нас с вами выплаты. И вот смотрите, сейчас я вам поищу людей, которых я оставила на конкурсе, но их скринов абсолютно не видно. Так, потеряла. Давайте с вами вручную их немножко поищем. И вот если честно, ну, реально не видно. Вот практически ничего не видно. И такие скриншоты, конечно, в следующий раз уже будут удаляться, дорогие коллеги, потому что непонятно. Сейчас, секундочку. Вот, да, видите, Елена Комарова, все хорошо, но вот вы попробуйте, даже если вот очень сильно приблизить, да, то есть оно все равно получается нечетким. Не разглядеть такой скриншот, не разглядеть, к сожалению. И, конечно же, я оставила пока что, да, то есть, чтобы вам рассказать, вас предупредить, но то, что посылает, да, вот видите, тут все видно. Лидер получил 15 тысяч, да, то есть, сколько он за месяц получает, то, что у него 25 зарплата, да, это лидер 19%, вот 25 тысяч в месяц зарабатывает, 15 тысяч каталог, да, то есть, у нас с вами 19 каталогов было в прошлом году. Вот, Фролова Ирина, да, как вы видите, все скрины видны, но есть некоторые, которые вообще нереально разглядеть, да, вообще нереально разглядеть, и такие скриншоты, к сожалению, в следующий раз мы с вами будем удалять. Итак, давайте же с вами посмотрим через генератор чисел. Так, генератор чисел, находим первый попавшийся, так, скинула. Вот, и заходим вот сюда. В нем мы, наверное, уже были с вами. Ага, то есть у нас с вами участников получается... Так, минуточку, что-то перестало грузиться. Давайте тогда вот так. Вот так вот. У нас с вами получается 133 участника. Да, 133 участника, огромные молодцы. Это лидеры от 3% и выше. Вижу, что начали участвовать директора, тоже огромные молодцы. Итак, мы с вами генерируем от 1 до 133 3 человек. Да, 3 случайных числа. Вот, и исключаем повторение обязательно. И идем генерировать. Первое это 13, второе 73, ох, как раскидали сильно. Третье это 109 число. Ну что ж, пойдемте смотреть победителей. Так, 13, 1, 2, 3, так, 3, 4, 12, 13. Так, 17, ошиблась на строчку. Так, 13, это у нас получается Никифоренко Татьяна Владимировна. С регистрационным номером 708-918-753. Поздравляем Танюшу. Я думаю, что ее, скорее всего, нету на вебинаре. Но ей надо передать, чтобы она выслала мне фотографию. Следующий участник под номером 109. Буду листать обратно. Так будет быстрее, да, дорогие коллеги? Так, ну еще 10 участников.
Так, вы уже, наверное, все посмотрели. Так, индивидуальный предприниматель Тихонова Ирина Валерьевна. Угу. Это у нас с вами серебряный директор уже компании Фаберлик. Все директора разыгрывают розыгрыши между своими участниками. Поэтому, скорее всего, Ириночка что-то вам сделает на свой приз. Поздравляем Ирину. Вы знаете, по-моему, Ирина что-то у нас уже выигрывала, но я, если честно, не смогу вспомнить. Но что-то было уже. Она активная участница всех наших конкурсов. Огромная молодец. Итак, ищем 73-го участника по скринам. Итак, 73-й участник наша Оля Дубяга. Она уже выигрывала и разыгрывала этот приз между своими людьми, то есть себе не взяла приз, огромная умница. Так, значит, это у нас с вами конкурс скринов. Победила у нас, значит, с вами Никифоренко, Тихонова, серебряный директор, и Ольга Дубяга, старший директор. Огромные молодцы, девчонки, поздравляю, жду ваши фотографии в личку. Итак, и поедемте с вами обязательно на YouTube. Первое это у нас изюминка 8 плейлист и второе мой рост 5 плейлист. Давайте мы с вами сейчас разыграемся. Поставьте плюсики, если вы согласны. А потом я новым людям, которые первый раз на вебинаре, расскажу, что же это за конкурсы. Ага, вижу плюсики. Давайте сначала разыграемся. Здравствуйте, дорогие. Плохо грузится что-то опять. Так, 3-4, 3-4. Давайте закрывать лишние вкладки. Так, вот, значит, изюминка 8. У нас с вами идет 47 участников. Вот, конечно же, тут очень много директоров участвует. Да, давайте же с вами их посмотрим. Так, кто-то где-то у меня говорит. Угу, это конкурс «Мой рост». Так, 47 участников. Во-первых, Мария Зелик, Ирина Савватеева. Далее, значит, Богдашкина Юлия, молодец. Анастасия Кухаренко. Анна Сумина первый раз участвует, умница, сразу два ролика. Далее, значит, Надежда Фомичева. Далее Татьяна Диженкова, умница, тоже недавно начала участвовать. Татьяна Никифоренко, Наталья Хащина, уже не первый раз, молодец. Мария Темкина, тоже не первый раз, умница. Настя Кухаренко, еще два ролика, как вы видите, да, все ролики разные, позитивные, классные. Подарки от Фаберлик. Так, Анна Сергеенко тоже второй раз вот уже участвует. Алла Гасанова, молодец, да, наш новоиспеченный вице-директор. Ольга Окунева, да, тоже наш новоиспеченный вице-директор. Опять Аллочка Гасанова. Да, то есть, смотрите, лидеры снимают видео из кабинета и потом показывают эти подарки еще на камеру. И получается два ролика на один конкурс. Далее, так, Алла Гасанова, Ирина Репка. Так, вот удаленное видео, что случилось, да, кто-то его удалил. Так, любимые покупки Ольга Тарасевич, два ролика, как вы видите. Далее Маша Темкина опять, Татьяна Ришко, Наталья Рыжакова, Аня Сергеенко, Татьяна Пантелеева, Наталья Рыжакова. Так, девочки, не два раза подряд. Нет, все хорошо, молодцы. Так, далее Аня Бочарь, Валентина Оломская. Так, почему-то два ролика при вас убираю. Так, делать заказы Фаберлик выгодно. Татьяна Умурзукова, Виктория Бордас, Ольга Пенина. Наш новоиспеченный старший директор. Ольга Сидорова, умница. Любовь Звончок, Галина Хабарова, Анна Сергеенко, два ролика. Вероника
Архипушкина и Ольга Дерябина, да, наш новоиспеченный старший вице-директор, и опять-таки Анюта Сергеенко. Молодцы. Все подарки свои снимают, все свои фишки снимают, все свои изюминки снимают. И у нас с вами 45 участников на изюминку. Давайте же с вами разыграемся. Так, ничто не... А, Оль, я накаркала, да? Ну, так ведь очень хорошо, что я тебе такое накаркала. Ты у меня уже вообще вот директор. Я уже думаю поскорее тебя уже в директорский состав забрать. Нам такие активные лидеры нужны. Хочется тебя уже в директорах видеть. Поэтому я тебе и завышаю. Вот, итак, значит, что у нас с вами? 45 человек. Так, вот, 45 случайных чисел. Так, подождите, три же. Это я не то сделала. Так, что-то у меня заело, не хочет двигаться. Да, вот, 5, да, девочки, смотрите, 5, по-моему. Да, все, 5, 5 встало. Так, от 1 до 45. Вот, и также исключаем с вами повторение. И генерируем. Так, 8. Все уже, наверное, смотрят. 25, 36. Я опять самое последнее узнаю. 2 и 30. Так, 2. Ирина Савватеева. Молодец. Ирина Савватеева под цифрой 8 у нас с вами Татьяна Диженкова. По-моему, первый раз Танюша что-то выигрывает. Таня, поздравляем. Татьяна Диженкова. Далее 25-й участник, 25-й. Наталья Рыжакова. Ждем обязательно фотографии, девочки. Или директора, пожалуйста. Так, Рыжакова. Далее, значит, 30, 30-й участник. Та-дам-та-дам. А почему так? Давайте тогда возьмем Валентину Аломскую. Это я удалила и не перезагрузила. И нумерация, видите, при вас же удаляла. Давайте тогда сделаем Валентину Аломскую. Валентина Аломская – это еще и спикер нашего проекта по продуктовым вебинарам. Причем она к ним очень готовится и дает очень ценные советы для роста. Итак, далее 36 – это Любовь Звончук. Любочка у нас осталась без наставника, к сожалению, вот, но она тоже отписалась мне, мы с ней сейчас обучаемся в личку, огромная умница, красавица, поэтому очень рада, что Люба выиграла, если честно, очень рада. Ну что ж, так, все ли хорошо, молодцы, поздравляемся, да, и мой рост 5, 16 человек. Да, 16 человек. Давайте же с вами будем и 16 человек разыгрывать. Ирина Савватеева, Мария Тёмкина, Ольга Пенина, Ольга Дерябина, Веселова Валентина, Ольга Дубяга, Маргарита Данилевская, Алла Гасанова, Веселова Валентина, Вероника Якушева, Анастасия Кухаренко, Ольга Тарасевич, Анна Бочерь, Анна Сергиенко, Ирина Николаева и Виктория Бордас. Огромные молодцы. Аплодисменты всем участникам. И сейчас пойдем с вами разыгрываться. 16 человек. Так, до 16. 5 случайных чисел. Сгенерировать, исключить. Все хорошо. Так, почему так? А так, до 16. Итак, у нас с вами, значит, идет 2. Второй участник, 4-й участник, 7-й, 9-й и 14-й. Пойдемте смотреть. Так, второй участник это Мария Тёмкина. Молодец, Маша уже выигрывала.
Четвертый участник – это Ольга Дерябина. Оля, ну ты жжешь. Умница. Седьмой участник – Маргарита Данилевская. Все фотографии жду. Так, девятый участник – Веселова Валентина. Четырнадцатый участник – Анна Сергиенко. Ну что ж, дорогие, поздравляю всех. Итак, значит, изюминка у нас Танюша Диженкова, Наталья Рыжакова, Любовь Звончук, Ирина Саватеева и Валентина Оломская. Рост у нас с вами Маша Тёмкина, Ольга Дерябина, Маргарита Данилевская и Веселова Валентина и Анна Сергиенко. Молодцы! Поздравляю всех! Огромные молодцы! Угу. Да, здорово. Итак, значит, смотрите, ежекаталожно для всех это скрины, да, то есть вы выкладываете скриншоты выплат, чтобы они были четкие, чтобы было видно ваш регистрационный номер, чтобы было видно, что вы зарабатываете эти выплаты, да, то есть обязательно делать именно желательно через лицевой счет консультанта, запомните, запишите это себе, видите своих новоиспеченных новичков, которые не умеют распечатывать лицевой счет консультанта, просите, чтобы они распечатали, потому что непонятно. Вот, далее, значит, розыгрыш с вами проведен, розыгрыш проведен. Вот, значит, скрины без регномера на розыгрыш не принимаются. То есть были такие случаи, что мы удалили, очень жалко, но правила есть правила, они для всех одинаковые. И была у нас одна девушка, не буду озвучивать фамилию, дабы, ну, может быть, у нее что-то не получилось или еще что-то, нам пришлось ее вообще с конкурса удалить. Почему? Потому что она выложила 6 своих одинаковых скриншотов. То ли она пыталась повысить шанс розыгрыша, то ли что, ну вот 6 одинаковых скриншотов у этой девушки было, я ее с конкурса сняла, к сожалению, для того, чтобы, ну, ко всем относиться одинаково и ко всем относиться справедливо, так ведь, все по одному, и она должна была один. Вот, далее, значит, значит, выкладывание 2-3 скриншотов, также хочется вас предупредить, что на один конкурс это удаление с участия по розыгрышу. Я понимаю, когда бывает у нескольких людей по 2 скрина, да, почему по 2? Потому что они загружают, и не всегда он быстро отображается, они его теряют в кучу скриншотов и еще раз могут загрузить, так и то это не приветствуется. Но если это было загружено 6 раз, Ирина Леднева. Ну, значит, будешь следующей изюминки номер один участник. Пожалуйста, поставь мне плюсик в личку. Вот, хорошо, поставь обязательно, Ириночка, не расстраивайся, все равно возьмем тебя на конкурс, не переживай. И, конечно, если выигрывает директор и выше, он сам выбирает призера в своей команде, да, то есть самому лучшему, может быть, рекрутеру или еще что-то. Так, ручка улетела, ладно. Вот, значит, второй конкурс, он очень интересный, он идет для всех абсолютно. Вот, абсолютно для всех. Вот, и когда вы делаете заказы, вы можете, может, идете по стартовой программе, забираете акцию новичка, забираете призы по программе Faberlic Club, да, то есть получаете призы за покупку журнала, да, у нас была такая акция, сейчас ее практически не бывает. Далее, значит, по карточкам твой бонус, по купонам вы получили, да, вы получили регистрацию от компании по уровню VIP, вы забрали там, может быть, 50 пробников с 50% скидкой, да, по условиям VIP-консультанта. Без разницы, самое главное, получить какую-либо акцию или привилегию. И если вы эту акцию и привилегию уже получили, то вы можете снять видео, и если данная изюминка в вашем видео
ну, хорошо слышно, да, то есть мы с вами видим, да, то есть это все, то обязательно скидывайте это видео мне, делитесь им обязательно со своей командой, чтобы ваша команда видела все преимущества, и обязательно делитесь этим видео со мной. Я вас буду добавлять на конкурс «Изюминка». Одно, да, Танюша, высылай второе. Второе. Ну, стимул, не стимул, дорогие коллеги, но вы прекрасно понимаете, что я выросла через YouTube. Все, наверное, это знают, что именно через YouTube выросла. И некоторые ролики, девчонки вот мне скидывали ролики на конкурсы, я вам честно скажу, что я критиковала сильно. Да? Если я вижу, что лидер сильный, я его критикую и говорю, тут у тебя рука трясется, ролик ты создала, он дальше не пойдет, он пойдет, подойдет только на конкурс. Да? То есть тут у тебя, да, допустим, засвечен товар и его не видно. Да? То есть я стараюсь с участниками конкурса, если уж совсем сильно в видео есть какие-то косяки, которые оно дальше не пойдет и которых будет не совсем интересно смотреть, да, то есть, то я обязательно в личку отписываюсь людям и говорю, что или у тебя слишком темно, или у тебя слишком, наоборот, все засвечено, да, или ты там слишком медленно и грустно говоришь, да, поэтому, дорогие участники, я не только вам разыгрываю призы, я еще хочу, чтобы вы стали первоклассными видеографами, да, проектов Фаберлик Онлайн, чтобы у вас все получилось, чтобы ваши обзоры понесли ваш YouTube-канал вверх по поисковику. И мне очень хочется, чтобы вы научились не только участвовать в конкурсе, но и быть лучше и лучше, чем вы были вчера. То есть вам нужно себя уметь, самих себя немножечко делать лучше ежедневно. И тогда вы увидите, что месяц марафона, да, молодцы. И теперь вы вы будете знать и понимать, что этот конкурс не только радость, не только возможность выиграть, да, маленький скромный приз, но еще и это огромная для вас возможность стать нормальными, классными, может быть, видеоблогерами, или, может быть, просто этими роликами вы будете поднимать свой YouTube. Да, то есть все, что не делается, все это делается к лучшему. Самое главное – совершенствоваться, самое главное – научиться быть интересными и востребованными. И тогда у вас все будет здорово. Самое главное, конечно, для YouTube – это. Вот. Ну, и если вы снимаете свой видеообзор на заказ, ежекаталожен, то продолжайте его снимать, каждый свой заказ ежекаталожно, или, может быть, два раза в каталог вам заказ приходит. Вот. И получается, что люди постепенно начнут на вас подписываться, если вы будете это делать постоянно. Не от случая к случаю хочу, не хочу, да, а постоянно. Тогда они уже будут, как вам даже сказать, вот мне недавно девушка, ну как недавно, уже месяца два назад, она мне отписалась и сказала: «Анна, я нашла свою фигуру, у меня такие же параметры, да, у меня там попа большая, у меня есть талия тонкая, да, и у меня вечно грудь ни во что не влазит, да, да». И она сейчас смотрит на мои видеообзоры, и она понимает, где ткань тянется, где не тянется, где я хорошо выгляжу, где какая вещь меня полнит, на еще полнее, да, делает, где какая вещь меня стройнит. И она уже смотрит мои ролики и заказывает именно такие же вещи, которые подходят мне на мою фигуру. Да, единственный минус, что она там жгучая брюнетка, а я вот, ну, как бы светленький, да, человек по натуре, и светлокожая, а она вот такая как бы смуглая, жгучая брюнетка. И получается, что немножко соответствие цветов у нас не то, но она все равно меня смотрит и говорит: очень сложно с моей фигурой, да, кого-то там на ютубе найти, отыскать, да, обычно все стройные, да, а вы сами видите, я полненький человек, и мне вот моя аудитория — это полные люди, которые вот, понимаете, я не стесняюсь своих объемов, я начала понимать, что на ютубе нет людей вот с такой пышной фигурой, как у меня, и я пошла. И я не стесняюсь говорить, что я заказываю 46-48 размер. Я не стесняюсь говорить, что некоторые размеры, да, одежды, которые маломерки, я заказываю 50 и 52 размер на себя. И люди меня смотрят. А вот. Марафон YouTube, уже набор на него прошел. На YouTube-марафон сегодня в 9 утра. Все, больше никто туда не может попасть. Вот. Далее, значит,
Что такое изюминка? Вот как раз-таки, когда вы что-то обсуждаете, да, и вы это делаете интересно, да, то есть, к примеру, если вы возьмете и скажете, я пользуюсь кислородным решейпингом бустер проникновения, и он мне нравится, и отставите в сторону. Ваша команда это не купит. Я это не куплю. Понимаете? Никто это не купит. Вам нужно сказать, что он делает, да? То есть он усиливает действие последующих средств ухода, придает коже тонус, мгновенно освежает, освежает и увлажняет. Артикул у него 0,221, и он большой объем, 200 мл. То есть на ваше лицо его хватит больше, чем на месяц. Но мое хватает, да? То есть хотя я обрабатываю вот эту вот всю зону, так, минутку, мало места, да, то есть я обрабатываю вот эту вот всю зону, и я прям рассказываю, что я с ним делаю, какие у меня с ним были изменения, да, и если я его заказываю второй раз, я пишу, что это уже второй мой заказ, это уже вторая вещь, которая, допустим, я поняла, что он мне помогает, какие действия он делает, да, на моем лице, как мое лицо с ним изменилось, то есть обзоры должны быть у вас интересные, да, то есть и тут же и о подарках, тут же и о полезности продукта, и люди вас будут смотреть. У меня, например, все большое с размером, вот, Машенька, и скорее всего ты пойдешь и будешь искать такую же худую девушку, как и ты, не худую, а стройную, стройную, не надо этот лишний вес, от лишнего веса бывает и давление, и все, я вот не люблю на своем теле, вот, когда я скинула 18 килограмм на системе управления весом, я вам честно скажу, у меня и давление закончилось, как-то проблемы, да, и хондроз куда-то сам по себе делся, вот, и потихоньку-потихоньку я начала чувствовать себя лучше. Поэтому я считаю, что это здорово. Вот. Поэтому вот такой конкурс изюминка. Старайтесь сказать на одно слово больше, чем вы раньше говорили до предыдущего обзора. Старайтесь, не стесняйтесь, это ваше личное наблюдение. Вас смотрят такие же живые люди, которым хочется, чтобы они, к примеру, тоже хотели бы на вас ориентироваться и вас слушать, да, то есть вот такая вот изюминка, вот, поэтому совершенствуйтесь, все будет здорово, то есть вы снимаете, выгружаете на YouTube и посылаете Анне Антону Кононовым, да, то есть вот это мой личный телеграм, 1457 на конце, да, то есть есть 8389, это Антон Кононов, а 1457 это мой телеграм, да, то есть и мы его смотрим, вот, и если нашли изюминку, видео добавляется в плейлист на YouTube, вот, далее, значит, каждый каталог, плейлист будет новый, вот, и этот конкурс, он никогда не заканчивается. То есть до сегодняшнего вебинара я все время добавляла в этот конкурс новые идеи, новые видео. То есть, да, я добавляла, все, я сейчас разыграла. И следующее видео, которое мне вышло, да, вот я вижу, уже есть два видео на следующий конкурс. Да, то есть где-то я прозевала, где-то, простите меня, пожалуйста, я где-то прозевала. Вот. И эти уже ролики пойдут на следующий. То есть у ютубинг, у изюминки нет ни начала, ни конца. То есть от вебинара до вебинара, да, то есть до проведения вебинара вы успеваете на этот розыгрыш, если вы скинули, да, вот Оля Тарасевич последнюю минуту скинула свой обзор. После вебинара вы уже на другое, на другую, на следующую изюминку. Далее, значит, конкурс «Мой рост», он очень интересный, он для лидеров с 6% и выше, и, конечно, вы можете участвовать. Вот, видео о результате за каталог «Мой рост». Видео можно сделать всякие разные, да, то есть примерный план видео, это представиться, сказать, что вы представляете проект Faberlic Online, и начинаете просто хвалить свою команду, новое открытое звание от 3% и выше. Также хвалите своих VIP-консультантов от, да, VIP-1 и выше, и рассказываете про количество регистраций в вашу структуру, балловый прирост, если его нет, можно пропустить, да. Далее, значит, выкладываем на YouTube этот ролик обязательно, и потом посылайте Анне Антону Кононовым и в Телеграме, и они уже вставляют, да, ну, иногда может Антон, конечно, поставить, но обычно всем этим делом занимаюсь я. Далее, значит, участвуйте в денежном розыгрыше, также
Вот, и розыгрыш точно такой же, как и изюминка. И каждый каталог также плейлист новый, как и изюминка. То есть они одинаковые. Мой рост и изюминка конкурсы абсолютно одинаковые. Скажите, нравится ли вам в них участвовать? Ответьте мне, пожалуйста, на вопросы. Меня слышно? А, вот, да, ага, задержка была. Очень нравится, да? Ну, Наташ, конечно, особенно когда выигрываешь что-то, это вообще круто. Ну что ж, о, у меня мадама папу воспитывает, молодец. Ну и, конечно же, дорогие коллеги, я вам желаю всем знать очень хорошо маркетинг-план компании. Желаю всем как минимум это бриллиантовый директор компании Фаберлик. Это не только премия в 330 тысяч рублей, это еще и успешное будущее, это уже ближе к пассивному доходу. Почему? Потому что у вас в команде будет 6 самостоятельных директоров, и это, конечно, очень круто. Поэтому я вам желаю в первую очередь расти и ежедневно рекрутировать, так же когда-то на начальных этапах рекрутировали мы, да, мы с Антоном, с уровня старшего директора, я не скрою, мы с ним начали расти вдвоем, поэтому рост у нас умножился. Вот, до уровня старшего директора он, конечно, мне очень редко помогал, бывало там в субботу или в воскресенье помогал, но он мне хотя бы не мешал. Не мешал в плане чего? В плане того, что он забирал дочку, уходил с ней гулять, а я сидела, допустим, проводила вебинар. Да, то есть он вот мне не то чтобы не мешал, он мне очень помогал. Он забирал заказы за меня, ходил, да, то есть, ну, вот все такое прочее. Ну, вот, а вот с уровня старшего директора, конечно, он уже уволился, потому что понял, что его работа мешает нашему бизнесу. Да, бизнес уже перешел в статус семейный, когда он уже в это во все поверил, когда уже он понял, что я зарабатываю деньги, я хожу их снимаю, я хожу покупаю хлеб, молоко, да, то есть я хожу платить кредит, и у меня есть на что это, да, он начал задумываться, что ж он там начинает пропадать на той работе, когда я уже начинаю больше его зарабатывать. И, конечно, очень умное решение нам с ним было объединить номера и вместе растить. Вместе расти структуру, вместе помогать структуре. Вот, все, кому из вас хоть один раз звонил Антон и помогал за 2017 год? Я, наверное, сейчас плюсиков будет мало, потому что людей на вебинаре мало, но мне кажется, очень много кому Антоха помогал именно в плане техники. Вот, поэтому, конечно, звание международного директора, это у нас старшего международного, это у нас в чате всегда помогает, да. Он, наверное, много кому звонил, потому что, ну, просто уже я иногда иду, да, мимо его комнаты, да, из своей комнаты, мимо его комнаты, и слышу, он опять с кем-то созванивается, он опять с кем-то разговаривает. Вот, поэтому он огромный молодец. Ну что ж, дорогая команда, была очень рада. Мы сделали с вами крутые приросты, крутые результаты. Мы с вами занимаем прям чуть-чуть, немножко больше, чем половина объема проекта, всего проекта Фаберлик Онлайн. Мы с вами такие крутые. Это вообще, конечно, да, это приятно. Вот, поэтому всем я вам желаю роста, 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 рекрутинга, терпеливости обязательно желаю, потому что терпеливость – это самое важное, что может быть у нас с вами. Только терпеливые люди могут вырасти и могут спокойно слайд изюминку поставить. Так, минутку, минутку. Вот слайд изюминка. Вот, и только терпеливые люди могут спокойно наблюдать за тем, что их зарплата растет. Да, растет, растет и растет потихоньку. Поэтому растите. И самое главное, не смотрите по сторонам. Выбирайте свой рост. Да, выбирайте свой рост. Вот очень часто мне в личку девчонки, мальчишки пишут: ой, там я пришел позже, а вот тот пришел еще позже меня, и уже смотрите-ка, он там у директора открылся. Да, у каждого свой рост, у каждого свой темп. Главное немножко расти. Главное заботиться о своей структуре. Как вы растете, какими темпами вы растете. Ну, это уже не чье-то там дело, это только ваше дело. И не сравнивайте себя ни с кем. Каждый из нас индивидуален.
идеален. Кто-то, может быть, придет в компанию Faberlic и сделает быстрее, чем даже мы сделали, да, наш уровень. А кто-то идет потихоньку и видит постоянно, как там его зарплата там на 500, на 1000 рублей каждый каталог прибавляется. И это будет более правильно, чем расти сломя голову и конкретно уставать. Да, вы это должны понять. Но, конечно, те, кому мужья помогают, давайте еще мой рост отскриньте. И, конечно, тем, кому помогают мужья, там, друзья, семья поддержит, конечно, такие люди будут расти быстрее. Да? А у кого муж не поддерживает, уже все, с ребеночком некому сидеть. Поэтому рост будет медленнее. Но самое главное, чтобы он был. Потому что наша с вами цель – это уйти с найма и зарабатывать дома через интернет в свободное от семьи время. Так ведь? Мы с вами все идем именно к этой цели. Мы с вами все, я считаю, что все-таки до этой цели все дойдем, все долетим. Да, и, конечно, львиная доля проекта – это люди, не желающие выходить из декрета на работу по найму обратно. Вот я еще ни одного человека не встретила, который бы хотел выйти из декрета на работу по найму. Нет, помню, Катя Соцкая. Катя Соцкая очень хотела выйти, потому что у нее классный коллектив, все, и она так металась и говорила: боже мой, мне надо выходить из интернета, я там и там не успею, но я так люблю свою работу, у меня там такие классные отношения, мне там так понравилось работать, я не знаю. Но все-таки, конечно, Катюша выбрала Faberlic, вот, низкий поклон за доверие нам, да, то есть она не пошла по найму работать, она ушла с работы, но она говорит, меня так все провожали, мне, говорит, так хотелось остаться, но мне кажется, это единицы людей, которые вот так желают вернуться на найм, да, это на самом деле это единицы, у кого такие хорошие отношения в коллективе, ну, Катюшка, она просто легкий, общительный человек, по-моему, зарегистрирована по адресу из Набережной Челны, Российская Федерация. Но я проживаю в Екатеринбурге. Помогите решить эту проблему. Маш, проблемы не вижу. Доставка есть везде и всюду. Даже в разные страны мира не то чтобы. Тут без разницы. Если вам хочется, чтобы вас перевели на ваш СЦ, и вы VIP-консультант, да, то есть если вы VIP-консультант, вам желательно перевестись на СЦ свой прописки, и тогда просто нужно написать в обратную связь другие вопросы, выбираете, пишите в обратную связь, прошу перевести меня на мой сервисный центр по месту жительства, да, и пишите свой адрес, не надо писать там дом, квартиру, там этаж, просто напишите, где вы проживаете, да, то есть страна, область и город. Все, больше ничего не требуется. Вот. А так проблемы не вижу, без разницы, на каком сервисном центре быть привязанными. А самое главное, это ну, просто работать, расти. Никакой разницы нет. Но лучше, конечно, да, перевестись. Вдруг вы захотите стать VIP-консультантом, то под вас будут подписывать людей издалека. Лучше, конечно, людей, которые близко вместе с вами живут. На вебинаре я не знаю, как показывать. То, что на вебинаре, это вообще без разницы. Как вас, как даже сказать, как вас определяет вебинарная комната, откуда вы, это вообще без разницы. Нет никакой разницы. Я тоже очень часто бываю то из Китая, то из США, сама не понимаю, почему. Поэтому... Да, и дорогие новички, дорогие топ-лидеры, не забывайте, даже если вы крутые, в крутых званиях 12, 15, 19%, не забывайте, что ваши директора все равно с вами рядом. Я вас еще раз поздравляю, вот, и всех, конечно же, целую. Спасибо огромное, что ко мне пришли. Вот, все огромные молодцы. О конкурсах все поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики, всем ли все понятно. Если что-то непонятно, я расскажу вам еще раз. И очень-очень жду фотографии вашей в личку. Очень жду фотографии. Очень важно сейчас мне получить вашу фотографию, вас поздравить в чате Кононовых, в чате структуры Кононовых.
Ваши новички вас увидят и тоже захотят участвовать, а вдруг они что-то выиграют. Я думаю, это будет здорово, и это будет вам очень-очень приятно. Так, ну что ж, смотрю, все понятно. Всем спасибо, всем до свидания.